Всем привет! Замесила тесто я вчера, и получилось у меня много. Вот теперь мне его нужно срочно переработать, что-то из него сделать. Поэтому решила снять, как сделать подкову с цветами и подкову с овощами. Начнем с той, которая с цветами. Цветы у меня... Вот розы я делала заранее на одну поделку, а вот еще слепила мак. Ну, как бы пробный такой у меня. Лежит вот он у меня один-одинешенек. И вот решила я его использовать на подкову. Так, вот листочки еще не раскрасила. Это потом я соберу какое-то панно. Так, теперь раскатываем тесто. Так, возьму не все пока. Стол подпыляем крахмалом. Ну, в общем, да, не сказала я, конечно, это, что нам потребуется. Это, значит, вот вчера я снимала сердечко, как делать там с голубями. Ну, в общем, принцип-то тот же самый. Краски, инструменты, скалка, вазелин, немножко руки смазать, чуть-чуть вода, чтобы краски потом разводить, раскрашивать, кисти, крахмал, нож. Ну, в общем, обычные дела, ничего нового. Так, ну, начнем. Подпыляю сразу. Сразу вырежу две подковы. Тесто толщиной 6-7 миллиметров. Так, вот еще вырезала я вот такой шаблон сразу. Ну что там, несложно листочек вот так сложить и нарисовать две этих. Ну и все. Вот. Раскрываю, проверяю, уберется ли у меня. Нет, надо еще чуть-чуть. Так, все, теперь вырезаем. Вот, вырезала я две подковы. Весь процесс не стала снимать. Все это. Ну, в общем, по шаблону обрезали. Это я пока не сминаю, потому что мне еще надо будет. Вот сюда сделаем такие, как бы две, как у подковы есть же, да, вот две такие, как загнутые эти. Ну, не знаю, как они правильно называются. Ну, чем лошадь цепляется при ходьбе. Такие, как шипы. Вот. Так, из них вот отмеряю. Длину. И приклеиваем. И так вот все четыре штучки. Вот, приклеили. Теперь по краю подковы пройду вот такой вот с зубчиками штучкой. Вот, обе подковы я прошлась. Хоть на настоящих подковах, конечно, нет такого вот, да, как будто это, как будто шов такой. Ну, а уже на таких вот, конечно, можно сделать, чтобы как бы более аккуратно смотрелся край, оформлено это все было. Так, теперь, значит, кисточкой обратной стороной вот этой делаем отверстие, за которое мы будем потом подвешивать подкову. Делаем пошире, потому что при высыхании она может съежиться. Вот такие вот отверстия.
Да, и подковы вот у меня можно сделать их маленькими, прям малюсенькими. Но я вот решила сделать такими все-таки объемными. Это как тоже как подвесочка, можно повесить на ленточку. Или же приклеить на какую-то красивую такую доску. Вот продаются в магазинах такие аккуратненькие маленькие деревянные досочки. Можно красиво оформить на доску, приклеить клеем титан. Если будете на доску, значит вот эти можно не делать отверстия. Так, значит одна у меня подкова будет с цветами, а вторая с овощами. Так, теперь я вот в маленькую такую эту наливаю клея ПВА и добавляю коричневые краски. И хорошо перемешиваем. Ну, можно кисточкой сразу перемешать. Я решила сразу, пока подковы на столе, покрасить их. Зачем смешиваю с ПВА? Когда смешивается краска с клеем, она потом впоследствии при нанесении лака, она не смазывается и не стирается. В общем, крепче она, лучше держится. Ну, в общем, теперь красим обе подковы, а потом я их перенесу на противень, застеленный фольгой. Можно чуть-чуть добавить водички и покрасить. Слишком темное и густое. Ну, в общем, вот таким образом красим обе подковы. Просто раскрашиваю сразу, а потом буду перекладывать. Вот что получилось. Переложила я их, уже вот покрашенные, все вокруг, все тут немножко, когда перекладывала, немножко тут запачкала, все вытерла. В общем, вот. Теперь вот эта подкова у меня будет с цветами. В серединку я вот положу вот этот вот мак. Пока краска с ПВА не высохла, я просто в серединку вот так укладываю мак. И прижимаю. Все. Теперь по краю у меня пойдут ромашки. Подкова у нас символизирует удачу и счастье. Так, мак у нас, что там, выгоняет нечистую силу из дома. Вот так вот. Так что это почти оберег для вашего дома. Можете сделать и повесить. Так, тесто раскатываем и вырезаем ромашки. Вот таким плунжером ромашечка у меня есть. Хорошо крахмалом припыляем, чтобы тесто не прилипло. Делаем так несколько штук. Теперь делаем листочки. Сердцевинки в ромашке я сделаю чуть позже, когда я их покрашу уже белой краской. Раскрашу, а потом уже сделаю сердцевинки. Листочки делать легко и просто.
раскатали и вот такие прожилочки сделали. Есть ли есть плунжер листьев? Можно плунжером? У меня он есть, но он крупноватый, сюда он не подойдет. Лучше сделать вот такие аккуратненькие листики, чем те большие. Вот что получилось. Вот листочки я сделала по краю. Здесь ромашки сейчас покрасим. А здесь я хочу заполнить небольшими такими цветочками. Можно их потом будет покрасить в голубой цвет. Ну, типа незабудок будет. Маленькими. Вот что получается. Маленькие цветочки и все. Теперь нужно раскрасить это все. Вот что получилось. Раскрасила я листья, зелень, сердцевинку. Просто шарик скатала и приклеила. После того, как уже покрасила ромашки вот сверху белой краской. Приделала вот эти кружочки, сердцевинки. Покрасила их желтой краской. И вот эти незабудочки сделала. В общем, вот одна подкова готова. Это с цветами. То, что не показала, как сделала мак, это я сделаю отдельное видео по цветам. Маки, нарциссы, как их сделать. Розы у меня уже есть, как я лепила розы вообще. Видео есть такое. Если что, закину ссылочку под это, под ролик внизу в описании будет. Ну, в общем, вот. Вот это вот одна подкова. А теперь приступим ко второй.